Здравствуйте, дамы и господа! По ходу дела осень закончилась. Сегодня у нас будет всего лишь один простой эксперимент. Мы сделаем очень крутой эксперимент, в котором с помощью портативной колонки JBL сможем увидеть звук. Погнали! Это не реклама JBL, они мне ни за что не платили. Я подумал, что можно было бы сделать крутого каждому человеку, который обладает данной хреновиной. Понятное дело, слушать басовую прикольную музыку может каждый. Ну а что если найти уникальное применение этой обыкновенной штуковине? И разумеется, мне в голову стали приходить различные мысли по поводу того, что можно сделать со звуком при помощи данной колонки. Я проштудировал интернет в поисках интересных экспериментов, связанных со звуковыми волнами. Наткнувшись на ряд прикольных примеров, я подумал, стоит попробовать сделать то же самое с колонкой JBL. Как вы помните, раньше на нашем канале уже был выпуск, связанный со звуком, но там мы использовали обыкновенную проводную колонку. Понимаете, в чем дело? У этой колонки есть крутое качество, которое мне охренеть как понравилось. У нее очень сильно дребезжащие басовые стороны. Это можно использовать в ряде научных экспериментов. Подрубаем все колонки и врубаем звук частотой 70 Гц. Вот так это работает. А что если взять ряд частот от 10 и выше, прилепить к этой части болт, на болт поставить пластину, на пластину насыпать песка и посмотреть, каково будет его поведение во время перемены частот. Подобный эксперимент есть на западном ютубе, но там берется специальная металлическая пластина, которую мне, к сожалению, найти не удалось. Я нашел более простой, экономичный вариант. Это обычный кусок пластика для лепки пластилина. Я всего лишь покрасил в черный цвет, прилепил на него с обратной стороны болт, отпилил лишние края, чтобы она стала квадратным, и вуаля, готова наша пластина для эксперимента со звуком. Осталось все грамотно подключить и запустить данный эксперимент. Давайте посмотрим, что произойдет с песком во время воздействия на него звука различных частот. Погнали! Такой интересный эксперимент мы сегодня замутили. Это всего лишь один из многих вариантов того, что можно сделать с портативной колонкой. Если у вас есть крутые идеи о том, как еще можно экспериментировать со звуком, напишите об этом внизу в комментариях, и в следующий раз мы замутим что-нибудь более прикольное. А на этом данный выпуск закончен. Всем спасибо за просмотр. С вами был ваш любимый Bad Science. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, подпишитесь на Instagram, потому что там выходит еще больше прикольных новостей, связанных с Bad Science. Ну и, конечно же, оставайтесь крутыми, позитивными ребятками, которые любят смотреть Bad Science. Побольше вам креативной науки. Всем пока!